Голос – это тот инструмент, с помощью которого мы общаемся друг с другом. Он может привлечь слушателей или оттолкнуть. Но, как считает педагог по сценической речи Варвара Иванова, благодаря специальным техникам любой желающий может превратиться в искусного оратора. Основные мои клиенты – это профессиональные артисты или которые хотят стать профессиональными артистами. Но я также являюсь педагогом Союза театральных деятелей, то есть иногда работаю и со взрослыми артистами, которые тоже повышают какие-то свои качества речевые. И также работаю с специальной группой переводчиков для ООН. Вот, собственно, у нас с ними периодические сессии. И разные, то есть клиенты разные. На мастер-класс под названием «Речь в жизни и имидже» собрались видновчане разных возрастов, но особенно тренинг заинтересовал школьников. 16-летняя Валерия не первый раз посещает подобные мероприятия. Так как я артист, можно сказать, я выступаю на сцене, это очень важно для танцора, тоже жестикуляция, не только тела, но и своей речи, своим лицом, так что для меня это очень важно, это составляющая. После небольшой теоретической части все дружно приступили к практическим занятиям. Только делаем все это без звука, как будто бы звук выключен, но вы при этом кричите. У вас звук выключен, а вы при этом как будто бы делаете да? Но звук выключен, дыхание выключено, то есть... Ясно? Да. Поехали. 3, 2, 1. Участники тренинга выполняли различные дыхательные упражнения, работали над интонацией и звуками. Прекрасные дети, ну, во-первых, они заинтересованы, и мне кажется, что они понимают, для чего это нужно. Они понимают преимущественно старшие классы, им уже поступать в вузы, естественно, они уже как-то профориентированы, плюс-минус. И малыши, которые, мне кажется, просто в игровой форме заинтересовались, им было интересно, азартно что-то там у них рот как-то шевелился и так далее, мне кажется, было тоже интересно. Планируется, что тематические мастер-классы будут проходить на постоянной основе. Будем стараться делать все возможное, проводить раз в месяц эти вот семинары, мастер-классы. Конечно, больше будет уклон идти вот на школьников, ну, может быть, там от 6-7 лет вот детей, как бы, и школьников. Возможно, для родителей тоже, кому интересно послушать, там, возможно, внедриться в процесс обучения, мастер-классов. Поэтому будем стараться раз в месяц это проводить. Наталья Буслаева, Елена Кошелева, Видное ТВ. Спасибо.